Всем привет! Добро пожаловать на канал Деревенька у пруда. Я все вам давно хотела показать наших уток, индоуток. Сейчас я это сделаю. Тузик! 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 Кто мой сладкий помощник? А? Кто мой сладкий помощник? Ай, больно! Тузик у нас живет здесь с птичками. Тузик! Уча, 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 уча! Вот индоуточки. Они у нас на пруд не ходят. Живут здесь. А уточки на пруд ходят. Уча, 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 уча! Уча, уча, уча! Какая красавица! Нет, это селезень. Это красивый шашлычок. Вот уже ближе к 5. Они все подходят сюда и ждут, когда мы им понесем кушать. Через день я им варю кашу, кастрюльку 40-литровую. Домешиваем туда отрубей, рыбу и кормим их. На этом они у нас растут. Вот тут собачки у нас тут бегают. Нутка ворует у них. Кусок батона своровала. Сейчас индюки будут летать. Вот они, наши красавчики. Они у нас от 1 июня. Июнь, июль, август. Считаем до уточкам уже 3 месяца. До уток растят полгода. Средний вес 2,5-3 килограмма, наверное, у селезня. Вот они бои. Щипает. Мои уточки пришли с пруда. Тоже вот они, видите, как время подходит, они идут и шумят, что давайте нам кушать. Уча, 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 уча. Уча, уча, уча. Так, этот, Тузик, нельзя, нельзя. Уча, 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 уча. Так, они тоже, нам получается им июнь, июль, август. Тоже трехмесячные. Целый день они проводят на пруду. С утра вот они покушают. Тузик! Тузик! Уча, 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 уча. У нас в хозяйстве 30 уточек. Поначалу тоже возили ряску им. Так, у меня сейчас кто-то получит. Кто-то у меня сейчас получит. Вот и индоуточки подтянулись. Вот он, маленький хулиган, маленький разбойник, Тузик.
Ну, сейчас вот они вышли, пока тут травку поедят. А потом уже будем кормить. Процесс весь я вам покажу. Друзья, всем привет. Вот иду кормить. Вот я уже жду утки. Ну да, вот я уже рассказывала. Давай я открою, Леш, дверь. Ой, видите, как они ждут. Тузик уже кушал, он молока уже ждет. Так, встаем, встаем. Бежим. Тузик за ними побежал. Да, утки так смешно ходят, жопами расклячивают. Это уж водичку заменили мальчики нам. Кто? Тузик, да, вон Тузик с утками ест. Но у нас все собаки едят эту кашу. На и Умка, и Филя. Она там, а что там, и пшеничка, и кукурузка, и ячмень. Также вмешиваем отрубя, когда сыворотка, когда рыбка, когда все вместе. Ой, господи, как я вкусно рассказываю. Сама бы ела, да? Да утку надо кормить. Да. Ой, правда, Тузик, гляньте, вон Тузик ест. Так ему я отдельно есть, кладу. Если испачкался, вот и каша. Ай-яй, ай-яй. Вечером он еще получит свою дозу молока. Ну и то, что еще мы будем кушать, ужинать. Тузик, пошли, Тузик. 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 Так, ну вот маленький ролик вам, наши уточки. Большое спасибо, что вы с нами. Продолжайте нас смотреть, пишите комментарии. Нас это вдохновляет. Все, всем удачи, всем пока. Пока-пока.